Всем приветики! Я с красивым модным хвостом от стилистов Крыгина Студио. Приходите за таким. Вдохновилась Беллой Хадид, Кайли Дженнер, Хайли Бибер и, в общем, всеми хвостами Лос-Анджелеса. Хочу сегодня поговорить с вами о волосах и о коробочке «Уход за волосами 3» Крыгина Бокс. Мистер Кот, как всегда, с нами. Эй, парень, ты что там делаешь? Иди сюда. О мистере Коте это тоже, собственно, не случайно, потому что у нас максимально красивая коробка по упаковке. Это винтажный телевизор, который настолько винтажный, что встретился с мистером Котом. У него оторваны ножки, все разгрызано. Мистер Кот открыл немножко за меня. В общем, здесь концепт-то был такой, не знаю даже, как вам теперь это показать, что, в общем, за вот эту штучку тянешь, и Венера появляется. А до этого была профилактика. Мистер Кот есть мистер Кот. В общем, это огромная, тяжелая коробка с продуктами для волос. Здесь также марочки с Венерой. Итак, пожалуйста, это коробка из серии наших коробочек, которые я отношу к негласной категории «жир». Потому что это очень тяжелый чемодан travel сайзов и достаточно больших миниатюр, которые вам и дадут возможность потестировать и бренд, и саму линию. Здесь комплексно очень много продуктов, то есть когда шампунь и бальзам идут парочкой. И поскольку миниатюры эти очень большие, то вам удобно будет брать их с собой в путешествие, поэтому класс. Так, Биолаш! Линейка Кератин Доз, шампунь и бальзам, собственно, для очень сильно поврежденных волос. Это мои. Вроде так и не скажешь, но это потому что за моими волосами Гранд Уход. Я и дома постоянно ухаживаю, постоянно использую продукты для максимального восстановления. И в студии, в Крыгина Студио делаю уходы, которые помогают волосам выжить. Но и то их становится меньше, вон хвостик все. Тоньше и тоньше становится. Так вот, Биолаш. Сейчас покажу полноразмерные. Вот так они выглядят. Это шампунь и бальзам, который очень круто подходит для тех, у кого окрашенные волосы, потому что они повреждаются сильно. Для тех, кто любитель выгорать на солнце и жечь волосы ради светлого цвета, это я. Химическая завивка, частые выпрямления, любительницы начеса. Короче, все мы знаем, что подобные манипуляции делают волосы жесткими, безжизненными. На концах они секутся, плохо укладываются, ломаются на расческе, потом не счесть их после того, как пару раз по волосам провел. Вот в этой линии комплекс про кератин, который, собственно, наполняет волосы кератином. И экстракт шелка, который также обеспечивает укрепление волосам и разглаживает их по длине. Кот, что ты делаешь там? Чем тебе в этот мешок лезть? Что делает и почему надо попробовать? Глубоко увлажняет и питает волосы заметно сразу после первого применения, а после парочки так тем более. Шампунь бережно очищает, не повреждая волосяные волокна. И очень хорошо восстанавливает эластичность, то есть не утяжеляет, не пересушивает, а наоборот делает волосы очень эластичными, и благодаря этому они меньше ломаются, меньше расщепляются в дальнейшем. Как мыть голову, вроде бы все знают, но на всякий случай напомню. На влажные волосы, на корни, не на длину, наносите. Распределяете сначала шампунь прям по всей голове, не надо вот этот шлепок сюда делать сразу. После этого взбиваете в пену, в густую, добавляете только воду, шампунь уже не добавляете. Взбиваете в пену, а потом пеной промываете всю длину и смываете. По текстуре он такой в меру густой, его очень хорошо удобно вспенивать, запах тоже легкий и приятный. Ну и кондиционер, соответственно, в нанесении противоположного положен шампунь. Наносится с кончиков и наверх. Если уже чувствуете, что и без кондиционера волос гладкий, то останавливайтесь, потому что кондиционер необходимо наносить именно на поврежденную зону. Минутки 3 подержать, и можно смывать. После этого еще холодной водой ополосните, вообще будет двойной эффект. Вот после него волосы-то вообще заметно плотные, заметно более шелковистые, заметно более прямые, даже без выпрямления. И расчесываются легче, и укладываются в дальнейшем легче, меньше цепляются за расческу, меньше узелков. Да, Венес, огромная миниатюра. Посмотрите. Какой жир. Это питательная восстанавливающая маска Hair Building Pack 60 мл. 60! У нее в полноразмерной-то банке 250. Это также глубоко восстанавливающая маска для оздоровления сухих и поврежденных волос. Восстанавливает, понятное дело, питает стержень волоса, делает его мягким, блестящим и плотным. Что по формуле? Формула у нас тут обогащена омега-9, которые разглаживают волос, дают такой кондиционирующий эффект. Содержит кератин, обладающий восстановительным действием, о котором мы, собственно, только что проговорили. Вообще,
вся вот эта линейка в Davines, это категория спа-ухода. Линейка на основе фитоактивных компонентов, эфирных масел, растительных экстрактов. И она имеет в своем составе достаточно внушительный список полезных компонентов. Вот я вам не поленюсь, прочитаю. Фитоактив винограда, эфирные масла мандарина, петит грейн, иланг-иланга, а также омега-9, кератин и гидролизованный кератин. После шампуня отжать волосы, в идеале даже немножечко отжать их полотенцем, чтобы они были влажные, но не мокрые, и наносить с кончиков на поврежденную зону. Первые несколько раз можно по всей длине, и в идеале маску необходимо расчесать. Займите такой крупный пластиковый гребень, которым вы эту маску сможете прочесать, таким образом вы равномерно распределите ее по всей длине волос, и пока маска действует, волосы легко расплетаются, вы еще вычешете, от чего уже как бы ваша голова избавилась. 10 минут держите и смываете водой. Смывайте хорошо. Сама по себе она очень густая, напоминает подтаявшее, не знаю, может быть, сливочное масло. Какое-то такое вот у нее текстура. Но это классическая текстура Davines. Я с Davines очень хорошо знакома, потому что регулярно возвращаюсь к этому уходу, глубоко восстанавливающему. Не раз уже вам рассказывала про Davines в своем блоге. В общем, это, ну, классическая текстура такого белого, нежного, взбитого крема. Кот, ты сейчас все разрушишь мне! Почему ты такой хулиган? Почему ты спал все это время? И вот как только мне понадобилось снимать видео, ты тут как тут, со своим хвостом-кисточкой. Волосы эту маску, надо отдать должное, впитывают прям как губка, но это не значит, что ее нужно наносить больше. Постарайтесь минимальным количеством обойтись, потому что маски — это очень густая, насыщенная текстура. Вот не зря на ней написано Nourishing. Где Nourishing, там очень-очень много масел, очень густая текстура, очень насыщенная. Так вот, если вы слишком много наносите маски, то она может утяжелить волосы. Не на совсем, а просто в тот день, и вам нужно будет на следующий день перемывать голову. Если вы хотите, чтобы у вас укладка продержалась долго, наносите маски чуть-чуть. На самом деле, на эффективность это никак не повлияет. Вот ее что чуть-чуть, что много, только расход. Короче, категория сос-средства, опять же, для тех, кто обесцвечивает, химическую завивку делает, жжет волосы на солнце и вообще всяко разное не щадит. Хотя бы восстанавливайте. Marocano Oil, следующий продукт у нас в коробке, это цветозащитный спрей. Protect and Prevent Spray. Marocano Oil. Спрей для сохранения цвета, то бишь. Это инновация вообще-то в Marocano Oil. Работает как несмываемый кондиционер, препятствует потускнению цвета волос, разглаживает, за счет этого дает блеск. Мистер Кот, конечно же, нашел шуршащую бумажку. Здесь применена технология с микрокапсулами органового масла, которые восстанавливают, запечатывают кутикулу волоса, закрепляя оттенок изнутри. Но я хочу сказать, что если у вас даже не окрашены волосы, то это очень хорошее интенсивное восстановление. Даже скорее защита от повреждений. Ну и за счет разглаживающего эффекта усиливается естественный блеск, и цвет, в принципе, смотрится красивее, и вообще волосы выглядят более здоровыми, более такими эластичными, что ли. Лучше укладываются. Применение очень просто. Влажные волосы, подсушенные немножко полотенцем, на них распределите спрей, ну, где-то вот до середины. Ну, опять же, на самые такие уязвимые поврежденные участки. И расчешите, чтобы равномерно распределить средство по всей длине волос. Волосы получаются шелковистыми, аромат надолго задерживается такой, прям еле уловимый, но очень приятный. Классическая тушка Marocano Oil и не утяжеляет для укладки. Но опять же, если не будете на корни наносить. На корни не надо наносить. А, еще УФ-защита. Но это УФ-защита в основном для цвета важна, потому что волосы выгорают на солнце. И если вы окрашиваете волосы в какой-то яркий цвет, насыщенный, то есть очень большая вероятность, что вы этот цвет начнете терять быстро. Чтобы интенсивность цвета не терять, пожалуйста. Альпийский Эдельвейс. Цветок такой мифический, практически. Alpest Edelweiss, собственно, то же самое, только чуть-чуть по-другому произносится. Шампунь и бальзам. Шампунь у нас тоже категория Nourishing, для сильно поврежденных волос, питательный шампунь. Это шампунь с пониженным содержанием щелочи, очень хорошо подходит для тех, у кого нет дружественные отношения с химией, потому что здесь 100% растительные павы, поверхностно-активные вещества, то бишь. Содержит комплекс органических экстрактов альпийских трав, эфирных масел, собственно, за счет этого и восстанавливает. Плюс хорошо влияет на кожу головы, если у вас кожа раздраженная, чувствительная, чешется, то вам, скорее
скорее всего, подойдет. Легкий, приятный аромат у него и хороший разглаживающий эффект, особенно заметный на поврежденных волосах. Если кожа головы жирная, то, скорее всего, волосы быстро испачкаются, нужно будет перемывать, потому что он очень питательный. В больших бутылях полноразмерно этот шампунь представлен, 500 мл здесь. И второй продукт. Это даже не бальзам, это маска для волос, также для поврежденных и ослабленных. Собственно, по тому же принципу эфирные масла, экстракты альпийских трав. Только здесь еще 5 видов растительных протеинов содержится. Из экстрактов пшеницы, сои, риса, шелка, гороха, а также провитамин В5. И комплекс керамидов, которые восполняют нехватку влаги, нехватку собственного белка в структуре волос, уменьшают ломкость, уменьшают сечение волос и вот этот вот поврежденный слой кутикулы восстанавливает. В общем, если подытожить, маска оказывает хорошее антиоксидантное действие, регенерирующее, антисептическое в том числе, противогрибковое, смягчает, заживляет кожу, выравнивает волосы, борется с воспалениями и, кстати, забыла сказать, можно наносить и нужно на кожу головы. Вот если у вас там тоже всякие шелушения, раздражения, вот это вам туда. Ну и 500 мл в полном размере. Вообще, Alpest — это очень классная линия в Kerasys, в бренде, который довольно круто зарекомендовал себя в уходе за волосами, особенно в восстановлении поврежденных волос. Накопленная хорошая репутация с рекомендациями. И поэтому обратите внимание на вот эту натуральную линейку. Следующая троица продуктики у нас в коробке – это Урьяш. Это три разных шампуня, вот здесь вот три разные миниатюрки с разным действием. Балансирующий, регулирующий шампунь. В общем, все шампуни для проблемной кожи головы, лечебные. Полноразмерно они вот так выглядят. И давайте на примере кераторегулирующего шампуня, собственно, эту линию разберем. Вот у него показания к применению — это выраженные формы перхоти, раздражение кожи головы. Из названия вы уже поняли, что шампунь этот на основе термальной воды Урьяш. А она отличается тем, что эта термальная вода идеально сбалансирована по своему минеральному составу, очень близко к физиологическим жидкостям в организме человека, которая сама по себе оказывает увлажняющее, успокаивающее действие. Я вам не раз рассказывала о термальной воде Урьяш и показывала ее, и участвовала эта вода в коробке, и без Крагенобокс я тоже о ней не раз упоминала, потому что она реально классная, и у самой у меня стоит в ванной обязательно всегда. Так вот, у нее и заживляющее, и антисептическое, и укрепляющее действие на кожу уже автоматически есть. Помимо этого, в шампуне есть запатентованный комплекс, который снижает воспалительные реакции, восстанавливает баланс кожи и снимает раздражение. Потом такая штука, которая называется пироктон аламин, которая оказывает противогрибковое действие и успокаивает зуд. Лактат цинка — это, собственно, один из важнейших компонентов, который оказывает активное действие, нейтрализующее на грибок, из-за которого перхоть. Если вдруг кто не знал, перхоть — это не сухой шампунь, который вы не вычислили. Это воспалительное грибковое заболевание кожи головы. Ну и салициловая кислота, которая очищает, уменьшает шелушение кожи. И экстракты дельвейса, о котором мы только что уже тоже говорили, который очень положительно влияет на кожу головы. Также дает заживляющее, регенерирующее действие и противовоспалительное. Если вдруг страдаете выраженными формами перхоти, то нанести на кожу головы, на линию лба, даже чуть-чуть выходя на лоб, и на шею, потому что если это грибковое заболевание, то оно чуть-чуть распространяется шире, вы его не видите, а оно есть. Помассировать на 2-3 минуты, как маску оставить, и после этого смывать. Это не ежедневный шампунь, его 1-2 раза использовать как тритмент и чередовать с комфортным шампунем. Например, из этой же DS Hair линии есть мягкий балансирующий шампунь против перхоти. Сам по себе он очень легкий, хотя по описанию составов, компонентов кажется, что это сейчас будет прям такой густой шампунь. Нет, он очень легкий, с травянистым ароматом. Хорошо очищает, устраняет шелушение, перхоть, воспалительные процессы, уменьшает покраснение и зуд. Короче, голова чистая, легкая, без раздражений, без перхоти. И на волосы хорошо влияет, они эластичные становятся, рассыпчатые. И тут просто дам вам маленький совет, если вдруг вы обнаружили на своей головушке раздражение, если у вас там чешется, если руки все время лезут в голову, чтобы ее почесать, если у вас первые признаки перхоти, бейте
снимайте тревогу сразу. Еще раз, это грибковое заболевание. Оно имеет свойство распространяться широко по коже головы, и потом в запущенных стадиях его, ну, очень сложно лечить. А это напрямую влияет на вашу уверенность в себе, на ваш комфорт и вообще на всю вашу жизнь. Так что займитесь, пожалуйста, анализом элементарнейшим своей кожи головы. Остальные два шампуня, балансирующие против перхоти, также очень эффективны, по такому же принципу сделаны, но когда уровень заболевания и воспаления намного ниже, да, то есть они идут балансирующий, потом более мощный против перхоти, и потом совсем мощный, это вот этот кераторегулирующий для выраженных форм перхоти, который мы только что разобрали. Лакме – полноразмерный продукт. Это восстанавливающий лосьон для сухих и поврежденных волос. Deep Care Drops. Это лосьон, который применяется после мытья и после бальзама. Он образует защитный слой на волосах, восстанавливает сухие волосы, разглаживает поврежденные концы. Эфирных масел очень много в нем, благодаря которым, в том числе, он создает определенный барьер от негативного воздействия окружающей среды и предотвращает разрушение волос. А еще придает волосам, ну, просто исключительный блеск. Комплекс растительных аминокислот ухаживает за волосами, оказывая глубокое воздействие изнутри. На влажные волосы после того, как сняли полотенце, когда волосы уже подсушены полотенцем, нанести пару капель на руки, распределить между пальчиками и с кончиков начинать подниматься выше, выше, выше на всю поврежденную зону наносить, как корням можно близко не подбираться. По сути, у него текстура как у эликсира, он бесцветный, гелеобразный с очень приятным ароматом. Накопительное действие он имеет, волосы с каждым разом становятся все более эластичные, более мягкие. Кончики сухие становятся мягче, но при этом не утяжеляет, опять же, если на корни не будете наносить. И быстрый визуальный результат. Если нужно прям, чтобы волосы сразу заблестели, то этот продукт, этот лосьон может дать вам такой эффект. Особенно если укладываете на брашник. Волосы сразу блестящие, укладка хорошо долго держится. Следующий продукт у нас в коробке Индола. Это маска для окрашенных волос. Полноразмерно точно так же выглядит, только большая. В миниатюре 30 мл, а полноразмерно 200. Это маска для окрашенных волос на основе протеинов шелка. Помимо того, что обеспечивает окрашенным волосам глубокий уход, также помогает зафиксировать цвет. По применению просто вымыть шампунем, нанести маску на всю длину, на пару минут оставить воздействовать. Это такой, я бы даже сказала, экспресс-вау-эффект, но при этом накопительного характера, потому что волосы сразу становятся ярче. Особенно если они окрашены, вот знаете, в красные тона, вот в такие, где особенно цвет быстро вымывается, и потеря вот этого пигмента, она становится максимально быстро заметна уже там после первых 10 шампуней. До кого 10 после 5? Так вот, 2 минуты подержать и смыть. И если у вас окрашены волосы в яркий цвет, чем ярче цвет, тем чаще ее используйте. Ее можно, по сути, как кондиционер использовать. И восстановление будет хорошее, и цвет сохранится надолго. Вот кто розовые волосы носит, вот это вам. Ну, не только, конечно. Если окрашенные волосы, не обязательно они должны быть какие-то кислотные, все натуральные оттенки точно так же быстро тускнеют и вымываются. Это, кстати, даже бывает более частой проблемой. Я знаю, сама изучала этот колористический рынок, когда мы запускали окрашивание в Крыгина студию и подбирали оптимальный краситель для наших клиентов. Так вот, основная жалоба была, что даже не ярко окрашивание очень быстро теряет интенсивность и сочность своего цвета, и волосы становятся просто серыми. Поэтому надо помогать красителю сохраняться в ваших волосах. Следующий продукт у нас не полноразмерный, но почти 100 мл. Это Леврана. Спрей-кондиционер для волос с дикой розой. Почему говорю почти полноразмерный? Потому что он огромный, и половина от реальной полноразмерки. То есть это такая, типа, просто мини, более комфортная версия. Это натуральный спрей с экстрактом шиповника, аира, мачехи, который обеспечивает легкое расчесывание и эластичность волос, делает их шелковистыми, блестящими. По сути, это несмываемый кондиционер. После того, как вы помыли голову, сделали маску или нанесли кондиционер, все это смыли, намотали полотенце, и вот после того, как полотенце естественным образом сползло с ваших волос, потому что впитало всю ту влагу, которая не нужна, и волосы остались влажными, вот сразу наносите этот спрей, расчесывайте, расчесывание будет легче, и, пожалуйста, приступайте к укладке волос. Он защищает от горячего воздуха, ну, понятно, если это несмываемый кондиционер, смывать его не надо, и очень интенсивно пахнет розой. Такой цветочно-растительный
восхитительный выраженный аромат. Средство вообще не жирное, очень легкое, он даже ближе к тонику вот, для лица по текстуре своей. На волосах не ощущается пленки, зато активно увлажняет и восстанавливает. При этом, если волосы быстро пачкаются, то тоже вам понравится этот продукт, я уверена, потому что он не утяжеляет волосы, не жирнит. И очень хорошо, кстати, если вы в перепадах температур, когда волосы начинают накапливать статическое электричество или и электризоваться. Вот он очень хорошо снимает эту статику, при этом не утяжеляет волосы. Следующий продукт у нас в коробке Батистик. Не знаю, что еще я про очаровательные сухие шампуни Батист не рассказала за 5-летнюю историю Крыгина Бокс. Но еще раз похвалю. Вот все равно, люблю не могу сухие шампуни. Сколько их пробую, очень много мне сухих шампуней на рынке нравится, и все равно возвращаюсь к Батисту. Ну вот он самый абсолютно простой, понятный, классный тропикал. Мне очень нравится, потому что у него еще аромат пина колады. Полноразмерно выглядит вот так. И я вам также его неоднократно показывала, потому что он у нас в каких только коробках не был. Везде, где есть тема волос, тема путешествий, всегда обязательно должен быть Батист, потому что, ну, без сухого шампуня в наше время никак невозможно каждый день мыть голову, укладывать. При этом в Москве, вот в центре, если живешь, так ты выходишь как бы в чистой головой с укладкой на улицу, и как бы она у тебя уже после обеда грязная, просто потому что все это сажа, жир, выхлопные газы, все это в воздухе. Я без сухого шампуня... Моя челка бы так красиво не стояла, и мне бы пришлось голову мыть 3 раза в день, если бы не сухие шампуни. Я после сухого шампуня всегда тщательно голову промываю, я вообще старательно мою голову. Надо отдать мне самой же, себе же должное, что я прям ради кожи головы своей стараюсь. Я прям массирую, взбиваю, потому что я понимаю, что слой сухого шампуня, он находится у меня в прикорневой зоне. Мне надо его вычистить накоточками. Но сухой шампунь — это самый быстрый способ придать волосам объем, легкость, свежесть. Маленький такой обязательно надо в сумочке иметь, потому что, ну, мало ли что. Мало ли куда вечер заведет вас. Мало ли где проснетесь. Мало ли как карты лягут. Вот держите его, с утра будете на хорошем объеме. Ну и это помогает очень в быстрой укладке, когда вы с утра не моете голову, не укладываете, а хотите, чтобы они выглядели хорошо, даже чтобы вот такой хвост выглядел хорошо. Здесь все равно внутри сухой шампунь, чтобы он не был слишком прилизанным, здесь тоже должен вот внутри быть такой объемчик. Это благодаря сухому шампуню делается. Главное, что хорошо встряхивайте сухой шампунь. Вот прям представьте, что вы реально пиньяколаду делаете, и вы бармен. Хорошо растрясите его, и только потом наносите. Не делайте из себя насекомое, за которым охотится дихлофос. А не надо вот этого делать. Приподняли прикорневую зону на вот таком расстоянии, пшик-пшик, следующий пробор, пшик-пшик, следующий пробор, пшик-пшик, потом хорошо расчесали. И на всякий случай, если вы хорошо расчесали сухой шампунь, возьмите и расчешите его еще раз. Особенно в затылочной зоне, очень часто девушки там забывают вычесать сухой шампунь, получается немножко забавно. Очищающий кондиционер для волос, дальше у нас по списку, это Кутрин. Кутрин Био и Гидробаланс полноразмерно выглядит вот так. Профессиональный объем, потому что это все-таки линия Салон Профессионал, 400 мл. Это категория ко-вошинга. Это такой мягкий, не пенящийся кондиционер, который очищает кожу головы, особенно сухую. Очень деликатное ощущение в замену шампуню. Очень круто для тех, у кого сухая кожа головы. А еще классно, если вам нужно перемыть голову. Вот, например, вы сегодня уже голову помыли, но укладка не сдалась, и вам надо перемыть ее к вечеру, чтобы сделать укладку заново. Вот лучше использовать ковош средства, то есть очищающие кондиционеры. Тогда кожа головы не будет пересушена, и вы можете спокойно делать укладку. Потому что 2 раза мыть голову за день – это too much. Кондиционер очищает и волосы, и кожу головы, сохраняя липидный слой. Наносится он на влажную кожу головы и распределяется на волосы. На несколько минут оставляете, делаете легкий массаж. А после этого тщательно смываете водой. Не шампуня дополнительно, не кондиционера дополнительно использовать не требуется. Это такое быстрое средство, все в одном. Каждодневное использование не подойдет, потому что волосы пачкаться быстро будут. Он все-таки не так круто очищает, как шампунь. Но несколько раз в неделю заменять шампунь подобным кондиционером, если у вас чувствительная кожа головы и сухая очень кожа головы, то это будет хорошо. Такое получается очень деликатное очищение и волос, и кожи головы.
головы. Плюс у него очень насыщенный состав, который восстанавливает хорошо сухие волосы. Это масло северного овса, керамиды, увлажняющие ингредиенты, которые мгновенно дают восстанавливающее, увлажняющее действие на кожу, на волосы. Ну и вишенка на тортике, конечно же. Резиночка Makeup to Makeup. Лишней не бывает никогда. На спорт, в душ, пока в ванной плаваете, маску нанесли на волосы, резиночкой закрепили ее, и балдейте, волосы будут крепко держаться. Вот, а мы с мистером Котом, мистер Кот, иди сюда, будем всем говорить пока. Ну все, 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 чуть-чуть побудь звездой Ютуба. А мы с мистером Котом бритым, который ничего вам больше не может сказать про волосы, потому что все уши побрили в качестве творческого эксперимента, потому что парню было очень-очень жарко. Так вот, мы с этим чудесным желтоглазым коте желаем вам здоровых волос, здоровой кожи головы, и чтобы вы, вот как в рекламе шампуня, вжух-вжух-вжух, каждый день выходили на улицу довольные собой. Всех целуем, всем пока! Пока!